Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. Итак, я не стал вас заморачивать. Прошел несколько, ну как сказать, второстепенных миссий по угону автомобилей, уход от ментов. Вот. Хочу сразу сказать вам по поводу этого, что когда убегаешь от ментов, если ты убежал и от ментов, и от этой, как-то она, поисковой системы, они перестают тебя искать. Поэтому стоит только от них убежать, и все будет хорошо. Поэтому давайте посмотрим. В данном районе, смотрите, у меня нету никаких угонов с тачками, потому что я их прошел. Чтобы вас не затруднять, давайте вот сюда зайдем. Также я случайно зашел в игру шахматы. Это было очень просто. Ну, по крайней мере, для меня это очень легко. Я не считаю даже это, так сказать, каким-то квестом. Ну да, для кого-то это будет непосильная задача. Ну, для меня это пара пустяков была. Случайно решил, так получается, все 10 задач на 3 звезды каждую. Вот. Так, ну это старая реплика, он говорит. Итак, машина, машина, чё, о, давайте отметимся. Кстати, если отмечаться здесь, то получается, когда-то ты можешь там что-то с мэром связано, можешь то ли мэром стать, то ли что, я вот не разобрался немного. Да пошли вы нахрен. Вот так вот. Итак. Блокаут. Ага, сейчас. Блин, это нам туда надо идти. Давайте вот так вот посмотрим. Где-то сюда вот он уходит. Вон она. Понятно. Так, опа. Стоять назад. Вот она, вот она. Намотана. Давайте-ка вот так вот сделаем. Мне не видно, потому что... Что случилось? Шок и трепет. Так... Открыли, пошла линия. Пошла. И тут мы сейчас... Опа! Да ты чё? Блин. Блин, это ж как марафон по штопке носков какой-то. О, знаешь, что придумал? Знаешь, что было бы круто? Может, мне к вам снова поселиться? В смысле... Да навсегда! Было бы, ну, прикольно. Чё за тройничок он задумал? То есть... Большая шведская семья. Мам, я шучу, ты чё? Снова жить с вами? Мне 30 лет. А это родители. Не, да уймись ты, ну шучу я. Ну... Да ладно, пошли вы. Все, так, выйти, эскейт. Ну все, мне, вы мне без разницы, вы мне не нужны. Так, деньги. Опа, давайте-ка сходим. Поднимем себе немного репутации. Так, мы вошли. Скоро я с ним разберусь. Вероятность нарушения. 24%. Заметьте его, ну, раз, его расу. Его на и нету. Его. Его расу. Я не могу столько насиловать и грабить. На. Вот так вот. Итак, давайте еще решим еще одну головоломку. Осталось. А, вот она. Значит, камера должна быть
Где-то здесь камера должна быть. Ага. Вот так вот. Нет, не так вот. Ну-ка, вот отсюда вот. Вот так вот. Так, мы с вами отправимся куда? Бизнес. В кофейне, рестораны, барах можно напитки временно увеличить длительность. Но это мне не надо. Давайте я вот сюда вас приведу. Компания. Так, это что у меня? Разблокировка важных точек. Давайте пока туда разблокирую и сразу туда пойду. Раз они рядышком находятся. Ну... пешком бежать, а тоже не очень охота. Системный ключ. Давай. Вы мне, знаете, как-то не очень-то нужны. О, что-то нашел в бардачке. Как мило с их стороны оставлять всякие вещи. А теперь... ну, здесь я музыку не включаю, но вы можете включить музыку. И под музыку поездка вам покажется гораздо веселее. Итак, разблокируем точку. Стой. Вот сюда нам надо. Это какая-то мини-АК, что ли? Мини-купер. Итак, пока я еду, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайки. Так, стой. Сюда. Господи, куда я еду? Ага, вон, вижу, все, вижу. Только я не знаю, туда вообще можно на машине-то заехать. Вот сюда. Давай. Дорога есть. Ну, для пешехода или для машины. Ну, хотя это не важно уже, я так думаю. Мы добрались, и это главное. А дальше дело техники. Тра-ля-ля-ля-ля. Давайте посмотрим. Мы будем взламывать данную систему. Бежим. Ага. Заметили? Куда-то она уходит. Ага, замок. Понятно. Что ты мне хочешь преподать? Так, это мы опустим. Камера. Ха-ха-ха. Открыть. Итак, открылась дверка. Раз дверка открылась, и нас приглашают войти, почему бы нет? Поднимаемся. И вот оно. Где оно? Вот оно. Намотано. Все, взломали еще одну вышку. И еще один участок небольшой нам разблокирован. Ух ты! Есть преступление. Вот это, кстати... А, так, сюда давай. Это одна из любимых моих частей. Преступление раскрывать. Там какая-то тварь месит людей, гасит. Это не очень хорошо, я это не одобряю. Потому что если брать игру, то маничеллой должен быть только я. Это раз. А во-вторых, ну как сказать, если маньяк вообще какой-то есть, то я против этого в любой его форме и проявлении.
потому что игровой маньяк могу быть только я. Стоять! Падла! Пристрелить его, что ли? Как вы думаете? Вот так. Мы его обезвредили. Меньше преступников будет. Так. Дальше что у нас? Где ты? Вот ты. Все. Машина из... Как это? Назад в будущее. Из назад в будущее. Так, давайте посмотрим, куда нам надо. Давайте сначала съездим сюда. На выход. Нет, не надо. И теперь сюда. Ой. Блин. Блин, блинский. Так, тут частная жизнь у нас по дороге. Мы ее, конечно же, сделаем публичной. Откроем все секреты этого человечка. Так, куда у него? Туда ведет, ага. На задний двор. Не понял. К соседям? Не понял, ну-ка, ты здесь что тогда? Так, ты куда-то туда, опа, так ведешь. Куда-то сюда. Сюда. Ну, давайте посмотрим. Через дорогу, нет? Ой, вроде как через дорогу, это она же, да, тянется? Опаньки. Смотрите, чтобы один дом взломать, надо вообще куда-то хрен знает куда бежать, чтобы взломать его. Но я вижу поверху. Так, все, открыли. Обнаружено преступление. Подождет твое преступление. У нас тут частную жизнь. Делаем публично. Так, тут где-то перекрыто. Открыли. Сей доступ. Опаньки. Ну и вот. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Первое сообщение. Труп. Сегодня в 9:45 утра. Привет, пап. Давно что-то не созванивались. Ты там как? Дети уже соскучились. Трупаку. На Рождество тебя выбрали, представляешь? А Рождество не за горами. Время летит. Я за тобой заеду. Покажи. Конечно. Всей семьей заезжайте. Есть, но... На катафалке. Пап, все это глупости. В общем, заеду. Давай, пошел ты. Все, в общем. Помер Ефим, да и хер с ним. А мы едем дальше. А пошел ты нахрен. Опаньки. Вот у нас здесь совершается сейчас преступление. Для начала давайте отметимся. Так, а где отмечаться? Вот отметились. И опа. Кто из вас враг? Опа. Потенциальная жертва. Видите? Это все дурь. Эй, вперед смотри, урод. На. Все. Так, витамины, я думаю, я выпил, да? И как у меня тут здоровье, шкалы здоровья не наблюдаю.
Может, она где-то и есть тут. Отходи. Мы едем дальше. Мы едем чекиниться. Так. Едем и едем. Соседнее село. Господи, вот так вот, если несколько раз поугоняешь, тебе дают фишки. Ну, там это смотреть надо, опять же. Там колеса непробиваемые или чего там у тебя. У каждого свое. Так. Теперь мы давайте поедем с вами куда? Ну, вот сюда и поедем. Ну, чтобы вам было легче, я это время перемотаю. Итак, вот я пришел, называется старший брат, так у нас миссия. Давайте. Старший брат, часть первая. Мы не видели с сестрой с похорон. Смогу ли? Сможешь. Она была такой радостной. Теперь будет только тишина. Так, что мне надо? Мне надо машину, на которой бы я мог туда подъехать. И давайте-ка я возьму... Ну, вот это вроде неплохая, да? Пусть будет под рукой. Смотрим сюжет. Блин. А сюда, ага, меня не пускают. Наверное, вышли во двор. Блин. Так, а как тут? А вот так вот. Они только уехали. Спецназ, все дела. Говорила я, не хакерствуйте тут. Я предупреждала. Мам, мам, слушай, все было законно. Вот так. Обычный прикол, и все. Собирай свою... Так. Ну, сколько тебе? 10. А разве не 9? 10? Не, 9. 10? 9. 10. Что ж, тогда ты заслуживаешь 10 щекоток. Что? Раз, два, нет, три, мам. Четыре, пять, стой, шесть, мам. Семь, восемь, десять, девять. Десять. Десять. Подожди тут. Да уж, не прошло и года. Да, поздно. Но прости, Вики. Прости. Подойди. Хороший у меня прикид. Мне нравится. Посмотрим на тебя. Что ты забытого старого? Ты повзрослел. Ну да. Вот спасибо. Первый день рождения без Лены. Ну и как он? Говорит все еще только со мной. Йоланда сказала, что это у него такой способ защиты. Йоланда? Психолог. Помогает ему. Ничего. Мы ждем. Трудно, но мы справимся. Джекс. Привет. Прости, опоздал. Ну, обнимешь? Ух. Как ты вырос. Так, а это что у тебя? О, целитель. Круто. Решилась купить, да? Принеси игрушки, мы пока поговорим. Да, я скоро приду. Мог бы и поговорить, парень-то. Психическая травма. Что ж теперь? Это так здорово. Ты вернулся. Прошу, скажи мне, что все изменилось. Изменилось. Теперь я стал более жестоким.
Джексон. Главное в моей жизни. Я всегда буду заботиться о вас. Как старший брат, да? Да, я изменился. Ведь я помню. Не раз я был здесь на дне рождения Лены. Не, да. Джексон ее обожал. Да и все мы. Пропустил все веселье. Дети. Помню, как я жил в деревне. Бабушка топила котят. Мать разделывала и ощипывала кур. Дед срезал башку курям. Батя перерезал горло корове. А я в это время держал ведро, чтобы кровь не плескалась. А потом я переехал в город, и он меня испортил, стал более жестоким. Он был просто ужасен. Горелый, кривой. Папа в своем репертуаре. И такого он натворил немало, но все ради семьи. Так, это у меня максимум чему-то. Да ладно. Конечно, конечно, продолжайте. Моя машина. Ладно, стоит и стоит. Кто это? Думаешь, номер скрыл невидимкой стал? Мне вот не смешно, и... Слушай, полиция тебя мигом вычислит. Знаю, где живешь. Замки-то надежные. Да кто вы? Что вам надо? Не боишься, Ники? Вот. Угрозы пошли. Что это за сука писала? Кто звонил? Да неважно. Какой-то дурацкий розыгрыш. Как думаешь, он надежный? А голос знакомый? Эйден, перестань, глупости. Нет, он хочет забраться в дом. Да с чего ты взял вообще? Проверяешь замки. Слушай, я как-нибудь сама, без тебя справимся. Ники, но мне не сложно. Эйден, ты опять за свое. Нам не нужна твоя помощь. Хватит уже лезть в нашу жизнь. Хочешь помочь, а выходит только хуже. Вот так. Я пойду. Да, и правильно сделаешь. Малой Покедова, я отчаливаю. Взрослый мужик и ерундой мается. Но ничего, сейчас я отслежу твой звонок. Так, следим. Вот ты где. Вот черт, он уходит. Ну давайте попробуем, чтобы он не ушел. Я это предвидел. Угроза семье, черт. Блин, вот почему я машину-то себе взял. Как чувствовал. А может помнил, не знаю. Не, ну если помнил, я бы точно бы взял. А так чувствовал, получается. Блин, как бы мне его остановить теперь? Таранить? Ну. Прости, перегнула палку. Умеешь ты порой вывести из себя. Так, догоняем. Вернешься, обещаю, я не буду тебя доставать. Ну. Эйден? За этим уродом гоняешься, да? Ну. Боже ж ты мой! Ну сколько можно? Да не, все не так. Хватит геройствовать, Эйден, хватит уже. Чего? Блин. Это я в туннеле, не слышал. Почти получилось, ё-моё. Слышал, прекращай, прошу. Алло, алло. Не слышу, ты там? Мне пора. Почему его машина так не отлетала?
Надо завалить его, падлу. Все понятно. Давайте-ка вот поедем сюда. Это очень интересный момент. Ему заплатили кучу бабла. Кому это было нужно? Если я правильно помню, это какой-то серийный убийца, что ли там? С эксплойтами. Дэдсек уже отозвались. Ну, вроде того. Проверяют тебя. Подожди. Ладно, тогда вопрос к тебе. Отследи звонок. Для тебя все что угодно. И что это такое? Этот урод угрожал мне семье. Нужен заказчик. Похоже, звонок сделан из района Луп. Это все, что могу сказать. Так. А если я хакну центр сети ОС? Тогда я вычислю точку, откуда вам звонили. Все понял. Там должен быть Блюмовский центр сети ОС. Справимся. Дэдсек как-то пытались его взломать. Не вышло. А потом еще и охрану усилили. Так что вы там? Осторожней. Хоть ты не начинай. Покорно. Я не с пустыми руками пойду. Итак. Для начала частная жизнь. Просто замечательно. Блюм нанимает частников для охраны центров сети ОС. Эти ребята будут вооружены до зубов. Давай, открывай. Куда ты идешь? Столько лет дорогой ненужных побед. Мы с друзьями были против. Он толковый. Хреновый. Достал он меня. Рейтинг у него высокий. Боже ты мой, хватит уже. Так, и что, я должен тоже здесь открыть, нет? Вот так. Частная жизнь. Тут такое дело. Я давно хотел тебе признаться. Мы так давно знакомы, и я люблю тебя. Безумно люблю, всем сердцем. Без тебя меня нет. Так приятно. И я тебя люблю. Натягивай его. То есть как друга. Ее. Ума не приложу, что бы я без тебя делала. Ну. Да, да, именно. Чпокалась бы с другими. Я это и имел в виду, как друга, да? Да. Мы ж, ну, самые лучшие друзья. Короче, идиотизм. В полном ее проявлении. Где моя машина? Так, все, отправляемся дальше. О, боже, еще один придурок. Еще один придурок. Я тебя задавлю, тварь. Хочешь? Давай. Давай. Едем. Всего лишь 500 метров осталось. Нами Шарлотта Гарднер, глава пиар-отдела компании Blue. Шарлотта, мы говорили о... Так, сюда я без вас езжу, потому что гоночки я не записываю, потому что на это уходит у меня много времени и средств. Я ненавижу их. Но мне приходится их выполнять, чтобы получить бонусы и плюшки. Так что... Давайте вот... Вот что полиция здесь забыла? Продолжает развивать систему.
Смотрим. Смотрите. Как часы, да? Падла. Маньячелло гребаный. Попадешься ты мне еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Как я лютовать буду. Итак, а сейчас. Сейчас я пока отправлюсь на повышение своей квалификации по вождению. Итак, вот мы добрались до очередной цели. Нужно прихватить пушек. Давайте посмотрим. Отлично. Я тут уже много чего купил. Если что понадобится, обращайтесь. Дробовики. О, у меня все есть. Пистолеты, пулеметы. У меня нормальные снайперские винтовки. Лучшая должна быть у меня. И штурмовые винтовки тоже. Ну, я думаю, у меня все есть, что мне надо. Счастливо. Не могу взломать. 416. Хорошо, купим штурмовую винтовку 416. Привет. Так, 416. Все. В последнее время меры безопасности в центрах CTOS в Чикаго усилились из-за кибератак группы хакеров DCEC. Сегодня мы поговорим с Шарлоттой Гарднер, главой пиар-отдела компании Bloom. Главная безопасность Чикаго. Не понял. Центры управления CTOS под охраной частной фирмы. Профессионалов, прошедших тренировку в горячих точках по всему миру. То есть, мисс Гарднер, эти профессионалы, по сути дела, наемники. Хорошего дня. И многие из них с преступным. Так, купить, купил. Блин. Давай. У наших солдат есть право служить своей. У наших солдат есть право служить своей стране. Нет у вас никаких прав. Право у них есть. Что за бред? Так. Классный автомобиль. Давай. Ну, мне тебя жалеть поди не надо, ты поди мне не нужен будешь. В результате полицейской облавы в Брэндон Докс арестованы члены Чикаго Саус Клаб. Власти не раскрывают имен преступников, однако жители чрезвычайно недовольны тем фактом, что под... Итак, вот мы прибыли. Охрана тут серьезная. Но выбора нет. Я найду этого приколиста. Не. Давайте. Пошутить решил. Посмотрим. Так, давайте посмотрим. Куда? Ой, ой. Не то. Так, какой у меня пистолет? Полуавтоматический. Вот, с глушителем пистолет. Вполне сойдет. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Тихо, тихо. Блин, меня спалили, ладно. Есть идея.
Есть идея, есть Икея. Вот так. Да, замечательно. Так. Посмотрим сейчас, что мы тут имеем. О, еще два гаврика. Кто тут? Переходим сюда. А вот мы где были. Что за хрень? Так, чем у нас тут? Понятно. Похоже, беспокоиться не о чем. Я куда-то попал. Так, куда мы? Что за херня? Это же был чей-то дом. Похоже, CTOS или... Итак. Взломали все, что только можно. И... Взломал CTOS? Так быстро? Там вроде ничего трудного нет. Система как на ладони. У тебя есть доступ. И у меня тоже есть доступ. Будет скучно, глянь профайлер. Там можно найти много чего интересного. Да тут, в принципе, полно полезных приблуд. Можем использовать что угодно. Лучше мониторить трафик. Вдруг устранители в сети. Так ведь и они меня засекут. Ладно, сваливаю. Не так задержу. О, так мне даже не надо было подниматься. До связи. Вот так вот. Поделали с одним трупом. Ну, на всякий случай, давайте я приколюсь. Ох. Не доведет она до добра. Ну, проходи мимо. Ладно, хрен на вас. Ну что, на этом все. Увидимся в следующей серии. А сейчас пока. Подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляем свои комментарии. Ю-ху-ху! Пропуск со скулисой.